Добрый день, уважаемые зрители! 15 часов по московскому времени. Начинаем наш ежедневный обзор по финансовым рынкам. С вами, как всегда, в это время Веселин Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, ставьте свои плюсики. Вижу, что Ольга поставила свой плюсик, то есть понимаю, что с трансляцией все нормально. Всем еще раз привет! Самые постоянные участники нашей дискуссии, они здесь. Соответственно, я чувствую себя уже спокойно. Пора начинать. Первое, что мы должны сделать, посмотреть в Форекс-календаре, какие макростатистические индикаторы, события происходили вчера, что у нас впереди и как все это может повлиять на валютный рынок. Добрый вечер, Зеленогорск, Гайдуков Владимир, который вчера отсутствовал, сегодня присоединяется. Также присоединилась и Брешвили на нуле, Виктория, соответственно, видно, что самая-самая постоянная часть аудитории, они все на месте, в том числе и я. Хорошо, начинаем. Давайте посмотрим сейчас в календаре, что у нас выходило вчера и что у нас, конечно, в ближайшие 24 часа. Поэтому я возьму и 27 число, и 29. Первое, что хочу сказать, что вчера было несколько очень-очень важных событий. Мы о этих событиях еще до этого говорили, какие рассматривали всякие сценарии. И, соответственно, давайте мы сейчас их прокомментируем. Значит, заказы на товары длительного пользования, которые были опубликованы во время нашего обзора, показали более или менее нормальную динамику роста. В месячном выражении у нас рост составил 0,2% без учета транспорта, а в общем, в месячном выражении durable goods или заказы на товары длительного пользования повысились на 1,7%. Я смотрел более детально эту статистику. Оказывается, что за последний квартал без учета транспорта, то есть если мы не учитываем вот эти слишком волатильные заказы на самолеты и на военное оборудование. Динамика по спросу на товары длительного пользования улучшается в последние месяцы, и поэтому можно сказать, что действительно экономика США в этом году вырастет на 2%. То есть, исходя из этих индикаторов, они указывают именно на такой рост в 2% годовой. Соответственно, идет некое такое маленькое улучшение и по этим индикаторам. Конечно, это положительный сигнал для американской экономики. Следующее. Рынок жилья. Незавершенные сделки по продаже жилья снижается в месячном выражении, также и в годовом выражении. Динамика достаточно слабая. Мы об этом уже давно говорили, что рынок жилья в США уже 10 месяцев подряд находится в стагнации. Причины я озвучивал. Высокий рост за последние несколько лет, имею в виду высокий рост цен на жилье за последние 3-4 года в США, которые не соответствуют низкому, исключительно низкому, даже почти нулевому росту заработной платы. Мы это, конечно, комментировали, что в долгосрочной перспективе, если зарплата не повышается, никто не будет покупать жилье, квартиру, когда цены на жилье с каждым годом там на 8-10-15% повышается. Поэтому сейчас идет этот процесс выравнивания, как мы его назвали, и цены сейчас практически немножечко снижаются. Не то, что снижаются, но спрос падает. Потом в 18:45 было очень интересное выступление главы Банка Канады в Ньюфаундленде. Он говорил на тему экономика, инфляция, прогнозы экономики и их последствия для денежно-кредитной политики Центрального банка Канады. Что хочу сказать? Эта речь была очень интересной, потому что, во-первых, Банк Канады, мы знаем, что поднял ставку 2 раза в этом году, то есть начал некий цикл повышения процентных ставок, но во время этой речи глава Банка Канады Стивен Полос четко и ясно сказал, что это ни в коем случае не значит, что сейчас в ближайшее время Центробанк
будет механично повышать ставку. То есть нельзя предполагать, что вот сейчас там каждые 3 или 6 месяцев банк просто механично будет ужесточать денежно-кредитную политику. Почему? Потому что глава Центробанка озвучил ряд рисков для канадской экономики, в том числе он указал на высокую задолженность канадского населения, на низкие указал на росты, на очень низкие росты заработной платы и так далее. И все это может практически немножечко надавить на экономический рост в Канаде. Поэтому глава Банка Канады утверждает, что их модели экономические указывают на падение темпов роста в втором полугодии текущего 2017 года. То есть, что сейчас немножечко рост замедлится. Конечно, он не говорит, что тут произойдет солидное снижение экономического роста, но оно будет ниже, чем, то есть экономический рост будет ниже, чем в первом полугодии. И, соответственно, поэтому Центробанк будет отслеживать за всеми этими индикаторами, будет общаться с представителями бизнеса в Канаде и только при необходимости будет принимать какие-либо необходимые меры по монетарной политике. Соответственно, еще раз хочу сказать, глава Банка Канады просто заявил, что они механично не будут там повышать ставку. Все будет зависеть от многих индикаторов и в любое время Банк Канады может поменять свой курс по монетарной политике. Во время этой речи канадский доллар, конечно, немножечко упал против американского доллара, даже если мы рассматриваем график на более мелких таймфреймах, это падение составило порядка там, от 100 пипсов. Мы это, конечно, обсудим чуть попозже, когда перейдем в МТ4. Следующее. Состоялось, Джеймс Буллард на самом деле выступал по экономической ситуации в США. Я на самом деле для сайта alpari.com.ru, давайте я зайду на сайт alpari.com.ru, прокомментировал вот это выступление Джеймса Булларда, это глава Федерального резервного банка Сент-Луиса. Почему? Потому что я нашел там для себя очень интересную такую информацию и думаю, что не только для себя, для меня она интересна, а она интересна и другим нашим читателям. Даже вижу, что кто-то поставил уже один комментарий. На самом деле я был уверен, что это Владимир, потому что я читал утром, что он писал и в других местах. А почему это интересно? Потому что здесь во время своей речи Джеймс Буллард упомянул прогнозы экспертов насчет природных, насчет потенциального ущерба от урагана Харви, Ирмы и так далее. Я помню, что очень часто 2 недели назад и там неделю назад меня в чате наши участники спрашивали, как вот эти ураганы могут повлиять на американскую экономику, как это повлияет на доллар. Вот практически первое прогнозное значение, которое были опубликованы. Goldman Sachs, например, ожидает, что на 0,8% снизится ВВП в третьем квартале. Тут, конечно, данные в годовом выражении, поэтому вот если ранее эксперты предполагали, что рост в третьем квартале составит в годовом выражении 3%, сейчас он где-то 2,1-2,2%. То есть вот практически эффект, потенциальный эффект стихийных бедствий, и имею в виду ураганов в США на американскую экономику. Но все-таки Джеймс Буллард предполагает, что экономика спокойно вырастет на 2% в текущем 2017 году. То есть с такой целью я прокомментировал вот это выступление, потому что это полезная, интересная информация. Идем дальше. Резервный банк Новой Зеландии сохранил ставку на предыдущем уровне, все в соответствии с ожиданиями. На самом деле большинство коммерческих банков ожидают, что первое повышение процентной ставки произойдет не ранее середины следующего 2018 года. ANZ, например, ожидает, что это произойдет в третьем или четвертом квартале. Национальный экономический исследовательский институт Новой Зеландии, что это произойдет в ноябре следующего года. То есть пока здесь никаких сюрпризов нет.
Но произошло одно очень интересное событие. Я всего лишь вчера об этом узнал. Глава, текущий глава Центробанка Новой Зеландии Грэм Уиллер уходит со своего поста. Соответственно, новый глава это практически господин Спенсер. Если я не ошибаюсь, давайте еще раз проверю, если это действительно будет господин Спенсер, то есть это текущий заместитель главы Резервного банка Новой Зеландии. Все здесь написано в решении. Да, действительно, это господин Спенсер. Соответственно, тут четко и ясно написано, что Грэм Уиллер уходит с поста главы Резервного банка Новой Зеландии. Я хочу сказать, что я всегда относился с очень большим уважением к этому человеку. Думаю, что он был один из самых лучших экспертов среди глав центральных банков по всему миру. То есть не только он был ведущим экспертом в Новой Зеландии, но и по всему миру. У него до этого были очень много хороших позиций в разных мировых институциях, в том числе в Световном банке. Хочу сказать, что на протяжении нескольких лет также господин Грэм Уиллер занимался консультированием, если не ошибаюсь, консультированием Министерства финансов, подчеркиваю, России. То есть он занимался консультированием экспертов в России по приватизации. Это было по приглашению государства. То есть само государство в конце прошлого десятилетия синициировало этот процесс. Так что Грэм Уиллер в большой степени проводил очень эффективную монетарную политику не только в Новой Зеландии, но этот человек также сделал в известной степени и достаточно хорошие практически вещи и для России. Поэтому я всегда отношусь с очень большим уважением к этому эксперту и, соответственно, думаю, что тут одну минуточку мы смогли бы этому удалить. На самом деле, я также считаю, что в известной степени это большая потеря для Резервного банка Новой Зеландии. Я также отношусь с уважением к господину Спенсеру, но все-таки, поскольку ранее я когда слушал все вот эти конференции, мне казалось, что господин Спенсер, он хороший практик, но он пока еще не очень хороший оратор, как Грэм Уиллер. Соответственно, сможет ли новый специалист преподносить качественную информацию по денежно-кредитной политике журналистам и вообще финансовым рынкам, я пока не знаю. И, конечно, это событие может немножечко надавить в том числе и на новозеландский доллар. То есть сейчас получается, что уходит Грэм Уиллер с этого поста. Также политические перемены в Новой Зеландии, поэтому сейчас может наступить некий период нестабильности и, соответственно, это может надавить на новозеландский доллар в известной степени, подчеркиваю, в известной степени. Поэтому вчера, когда я это прочитал, посмотрел, плюс тут есть одна тонкость, я зашортил новозеландский доллар сразу после публикации вот этого решения. Как мы ранее договаривались, я сказал, что все вот эти сделки, которые происходят в нерабочее время, буду пытаться озвучивать в комментариях наших обзоров, чтобы мы практически как-нибудь поддерживали связь. Вчера я это показал, вот здесь написал свою сделку с очень коротеньким тейк-профитом, потому что сделка открывалась на 30-минутном таймфрейме, там на часовом, на 30-минутном, чуть попозже мы это обсудим. Следующее, что хочу сказать, мне кажется, что есть большой такой потенциал, к сожалению, негативный для новозеландской экономики, потому что может оказаться, что новозеландская экономика находится действительно на пике, и сейчас получается, что потихонечку темпы роста начнут снижаться. Здесь, например, немножечко поменялось заявление по экономическому росту. Если ранее, в августе, Резервный банк Новой Зеландии утверждал, что, давайте прочитаем, мы ожидаем улучшения, мы ожидаем улучшения экономического роста в ближайшее время, вот здесь четко и ясно это написано на английском языке, что ожидается, это было полтора месяца назад, ожидается экономическое
оживление в ближайшее время, то, что рост будет намного, чуть больше, как минимум. Сейчас эта риторика по экономическому росту немножечко поменялась. Вот сейчас мы вернемся и посмотрим на новое сообщение, которое нам преподнесли вчера специалисты Резервного банка Новой Зеландии. Здесь четко и ясно уже поменялась эта риторика. Мы ожидаем, что экономический рост сохранится на текущем уровне. То есть 45 дней назад они говорили, что скорее всего экономический рост повысится и будет идти вверх. То есть экономика будет повышать свои темпы роста. А сейчас типа они отказываются от своего утверждения и говорят, что экономика скорее всего сохранится на текущих, сохранит текущие темпы роста. То есть пойдет вбок. Все это мне как-то говорит, что может быть новозеландская экономика начинает немножко, может быть начнется некое замедление темпов роста. Об этом предупреждали эксперты ANZ. Я это последние 2-3 дня говорил, и может быть начнется снижение новозеландского доллара. И вчера вечером вот я думал, стоит ли шортить новозеландский доллар в паре новозеландский доллар-доллар. Чуть попозже мы это увидим на графиках, на более тяжелых таймфреймах. Но все-таки я вчера вечером себе сказал, я открываю краткосрочную сделку на мелких таймфреймах, не буду там ставить длинный тейк-профит. Может быть, у меня пока еще идет в некое внушение, и я нахожусь в заблуждении, что по новозеландцу начнется некое снижение. Поэтому себе сказал, утро умнее ночи, завтра уже буду думать. Take profit оставил, конечно, я очень рад, что он сработал. Мы это практически чуть попозже обсудим на графиках. Идем дальше. Сегодня рано утром не было каких-либо важных событий, значит, по Японии, по Новой Зеландии, по Австралии, вообще и по Европе ничего интересного сегодня не было. Выступал господин Карни. Марк Карни, конечно, это я заранее говорю, что это выступление по логике не очень важно, потому что это вступительная речь при запуске новой банкноты в Великобритании, а не на тему монетарная политика. По Европе идет улучшение, согласно индикаторам по потребительскому доверию, бизнес-оптимизму и так далее. Конечно, мы об этом уже знаем, что в Европе темпы роста достаточно приличные в последнее время. То есть текущая статистика просто подтверждает текущий тренд. И напоминаю, что через 13 минут сегодня публикуется статистика по ВВП. Это финальная третья оценка за второй квартал. Ожидается, что она выйдет на уровне второй оценки, то что ВВП вырастет на 3% во втором квартале. Уважаемые зрители, еще один раз хочу сказать, эта статистика уже позади. Второй квартал давным-давно уже закончился. В конце июня текущего года, с того момента прошло уже 3 месяца, вот мы уже в самом-самом конце текущего третьего квартала, поэтому все это в цене, это все, на мой взгляд, в цене американского доллара. Конечно, если произойдут некие значительные пересмотры, это может тогда повлиять значительно на американский доллар, но здесь, если ничего кардинального не произойдет, я не думаю, что это настолько важно сейчас для долгосрочной тенденции траектории американского доллара. Но по логике, в краткосрочной перспективе, если вы торгуете на мелких таймфреймах, там на 30-минутном, на часовом таймфрейме, без сомнений, вся вот эта статистика, хотя это исторические данные, они создают волатильность. Поэтому мы должны быть к этому подготовлены, что через 11 минут волатильность на рынке может возрасти при публикации, или там до публикации, во время публикации, сразу после публикации вот этой важной статистики. А в целом для тренда тут уже все в цене. Еще раз хочу сказать, что сегодня во время, то есть в моем обзоре, я даже указал, какое видение у нескольких банков, экспертов вообще уже за третий квартал, а не за второй квартал, который сейчас публикуется. То есть это все в цене, это уже исторические данные. Плюс я добавил, что вы вспоминаете, что я месяц назад, то есть в начале текущего месяца, 1 сентября, я сам сделал свой прогноз, вот 1 сентября, за текущий третий квартал по американской экономике. Я тогда сказал, что завтра, 29-го, когда выйдет статистика по потребительским расходам, я обновлю свой прогноз, то есть сделаю вторую оценку по росту ВВП за третий квартал по американской экономике. И, конечно, с учетом того, что я этот
этот прогноз сделаю завтра, мы не успеем его опубликовать на сайте, и это произойдет в понедельник, 2 сентября. Соответственно, почему я это показал? Потому что вы должны понимать, что многие уже не только что отыграли даже третий квартал и негатив ураганов Харви, Ирма, Мария и так далее. Но они уже смотрят на 3-6-9 месяцев вперед, что будет с американской экономикой в ближайшие 3-6-9 месяцев. То есть это сейчас важно для американского доллара. И поэтому, еще раз напоминаю, да, статистика, которая сегодня выходит по логике, она важна, она может создать краткосрочную волатильность, но, на мой взгляд, она не является трендоопределяющей. Что у нас впереди? Выступает Джордж Стэнли Фишер. Как я вчера говорил, по логике очень важно, что скажет Стэнли Фишер по поводу своего решения уйти с поста вице-председателя Федрезерва. Ранее предполагалось, я на эту тему даже писал обзор, что именно рано или поздно он вступит в должность председателя ФРС после ухода Джанет Йеллен. А вот это интересное событие, которое произошло совсем недавно, когда Стэнли Фишер на страничке Федрезерва опубликовал свое решение об отставке. Вот сейчас интересно, ответит ли он, почему это сделал. Конечно, это очень хитрый господин, который все время будет говорить, что это исходя из личных, это решение основано на личной жизни, что он хочет там проводить больше времени со семьей. Очень хитрый господин. И, может быть, он ничего не скажет, то есть он не скажет, что это из-за политического давления господина Трампа и так далее. Но мне самому интересно, что он придумает, что он расскажет. Просто даже у него очень такой хитрый, интересный подход, когда он отвечает на вопросы. Даже, скорее всего, нам нужно у него учиться. Идем дальше. Хочу напомнить, что сегодня также публикуется баланс торговли товарами за месяц август. Плюс запасы. Где эти запасы? Товарные запасы на складах оптовой торговли. В известной степени эти индикаторы также важны для американской экономики, потому что это за месяц август, это уже третий квартал текущего года. Экспорт все-таки остается под неким давлением по сравнению с наилучшими периодами в американской экономике. Да, здесь идет улучшение последний год или полтора по сравнению там с 2015 годом или по сравнению с началом 2016 года. Но в целом экспорт пока еще и вообще торговый баланс является тормозом для экономического роста, потому что дефицитное значение на уровне минус 65 миллиардов – это очень много по сравнению с предыдущими хорошими временами для американской экономики. Завтра рано утром давайте посмотрим, что у нас есть, и тогда, конечно, потихонечку перейдем к графикам. Значит, завтра рано утром в 2:30 публикуется вообще очень много индикаторов по Японии, розничная торговля, инфляция, потребительские расходы домохозяйств, все за месяц август. В известной степени это достаточно важно, даже очень важно для прогнозов по экономическому росту по Японии. Будьте начеку, это очень важно для японской иены. Также будут опубликованы прогнозы от Банка Японии. Здесь такая сводка, в которой указаны или упомянуты ключевые фразы видения представителей Банка Японии, то есть там их взгляды на экономику и вообще на денежно-кредитную политику. Поэтому это очень полезный документ, я его всегда читаю. Завтра я обязательно его прокомментирую для сайта. На самом деле хочу сказать, что по большому счету, скорее всего, курс японской иены сейчас зависит от спроса на активы убежища, а не так сильно от самой ситуации в японской экономике. Хотя она важна для долгосрочной траектории, в краткосрочной перспективе спрос на активы убежища практически определяет динамику франка, золота и иены. Это мое мнение, оно может быть, конечно, ошибочным. Идем дальше. По Европе завтра публикуются индикаторы по розничной торговле, по Германии, по Франции также, соответственно, это
более или менее. Тоже интересная статистика. В 11.30 также публикуется финальная оценка за второй квартал по Великобритании. Вот это более или менее важно. Почему? Потому что по Великобритании в последнее время со статистикой все непонятно. Выходят и хорошие индикаторы, выходят и плохие. Одни индикаторы указывают на замедление экономики в ближайшее время, другие наоборот указывают, что все будет нормально. Часто идут пересмотры, поэтому вот здесь может произойти некий сюрприз. Вот это уже более или менее такой индикатор, который именно в настоящее время может повлиять на фунт, именно ВВП. Будьте начеку, статистика будет опубликована в 11.30. Потом предварительная оценка по инфляции по Европе. Без сомнения, это ключевой индикатор для проведения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. Соответственно, с учетом того, что это первая оценка из двух, то есть предварительная оценка за текущий месяц сентябрь, она может вызвать очень сильную волатильность по европейской валюте. Я его обязательно завтра прокомментирую. По логике, если инфляция повышается за счет экономического роста, это хорошо. А когда инфляция повышается не за счет экономического роста, а за счет так называемых идиосинкратических факторов, то есть внешних факторов, например, там за счет падения или за счет сильного роста цен на нефть, не в Европе, то есть факторы, которые не определяются только европейской экономикой. Вот в этом случае это, конечно, плохо для экономического роста и для евро, но я пока еще ничего не буду детально по инфляции говорить. Мы это обсудим завтра. И потом в 15.30 публикуется ВВП по Канаде. Конечно, у нас до этого будет время, чтобы мы это озвучили, что публикуется важная статистика по США и по Канаде ВВП. Жду ваших вопросов по календарю и по ключевым событиям. Если они есть, пишите в чате. Вот давайте посмотрим, что только что написал минуту назад Александр Кручевский. Раньше при прогнозе GDIN, Federal Reserve, Алабама, сейчас почему не обращайте внимания? Так, раньше при прогнозе GDN, Federal Reserve, Алабама, сейчас почему не обращайте внимания? Кручевский Александр, я предполагаю, что вы не говорите о прогнозе Федерального резервного банка Атланты, а не Алабамы. Может быть, вы говорите именно о вот этом Atlanta Fed GDP Now. То есть, может быть, вы говорите не о Алабаме, о Атланте. Поэтому, если это так, ставьте свой плюсик. Плюс мы не говорим о GDN, Gross Domestic N. Я не знаю, что вы имеете в виду GDN. Есть GNI, Gross National Income. Просто сокращение, которое вы указали, GDN, я его не знаю. Скорее всего, вы говорите о GDP, сделали опечатку, когда писали, предполагаю. Поэтому я все-таки должен вас спросить. Вы знаете, я комментирую вот эти ориентировочные прогнозы Федерального резервного банка Атланты, когда это необходимо. Сейчас ничего такого значительного нет. Плюс следующее, что хочу сказать, тут я могу вам сказать, что вам так кажется, потому что вы не так часто присутствуете, и периодически я показываю вот эти прогнозы Федерального резервного банка Атланты. Мы видим, что в настоящее время прогноз находится на уровне 2,1. Это по последней оценке, которая выходила совсем-совсем недавно, 27 сентября, то есть вчера. Ранее у них прогноз был на уровне в 3%. Они после данных по индустриальному производству значительно снизили свой прогноз на 0,8. Я это даже комментировал и даже в это время показал, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка наоборот, они еще, то есть не наоборот, хотел сказать, они даже еще сильнее снизили свой прогноз от 2,06 до 1,30, если не ошибаюсь. То есть они очень, Федеральный резервный банк
Нью-Йорк очень сильно снизил свой прогноз за третий квартал. Соответственно, я часто комментирую эти индикаторы, тем более, что я сам даю иногда прогнозы и сравниваю с этими прогнозами в табличном виде. Вот то, что я практически сделал сегодня для сайта. Соответственно, Александр, я комментирую эти индикаторы, но вы сами понимаете, что каждый день комментируют то, что меняется, например, их прогнозы раз в неделю, не стоит. Хорошо, давайте мы все-таки посмотрим сейчас, какие индикаторы выйдут по США, потому что уже 15:30, переходим к графикам. Так, давайте мы перейдем к графикам. Так, вы написали, да, я вас понял, Кручевский Александр, хорошо, что мы выяснили ваш вопрос. Просто я, вы когда написали GDN и там буква N, я подумал, что вы спрашиваете о Gross National Income. И все, поэтому я должен был бы вас спросить. У меня как-то календарь не обновляется, давайте посмотрим, если здесь обновились данные. Ну вот обновились, 3.1 составил рост, ценовой индекс или дефлятор составил 1%. Но в целом практически никаких больших сюрпризов нет. Основной индекс расходов на личное потребление. То есть можно сказать, что статистика неплохая. Конечно, я дома посмотрю, если здесь случайно не присутствуют пересмотры предыдущих значений, то есть за первый квартал, например, текущего года, за четвертый квартал прошлого года. Хотя по логике это не должно произойти сейчас. Но все-таки хочу сказать, что иногда, когда публикуется финальная оценка, могут быть пересмотрены предыдущие значения. На самом деле это очень хорошая оценка, потому что рост в первом полугодии в годовом выражении составляет 2,1%. Может быть даже уже 2,2%. То есть это хорошая статистика. За август мы видим значительный рост товарных запасов. Это очень хорошо для третьего квартала, подчеркиваю, это месяц август, предварительная статистика, то есть это хороший индикатор третьего квартала. В календаре здесь он в красном, но я много раз объяснял, что иногда красный и зеленый цвет в календарях имеют не тот необходимый нам характер. Объясняю почему, потому что сейчас хорошо, когда складские запасы увеличиваются, потому что когда оптовики наращивают свои запасы, они создают дополнительный спрос для предприятий, поэтому когда повышаются их запасы в настоящее время, когда они исчерпывались в США за последние 2 года, и сейчас им нужно наверстать с запасами, это хорошо, это дополнительный спрос на продукцию в США. Если действительно торговый баланс вышел чуть лучше ожиданий за счет роста экспорта, а не просто там за счет падения экспорта и импорта, а за счет роста экспорта, подчеркиваю, это то также хорошо за месяц август. И соответственно при такой статистике можно предположить, что действительно есть потенциал к улучшению американской экономики во втором полугодии. То есть, скорее всего, спрос на доллары будет увеличиваться против спроса на активы убежища. Поскольку я вижу, что в чате вопросов нет, думаю, что нам уже пора открывать МТ-4. Мы немножечко задержались, на самом деле. Конечно, это в связи с этими индикаторами. И давайте посмотрим, что у нас где практически есть, что происходит на валютном рынке. Начиная с долларового индекса. Знакомый нам график. Свеча поменялась за последние несколько дней. Точнее, после заседания Федрезерва, которое состоялось 19-20 сентября. До этого у нас была медвежья свеча. Сейчас практически видно, что свеча поменяла свой характер и имеет хотя бы и маленькое бычье тело. Соответственно, вероятность, что на weekly time frame мы практически закрепимся вблизи этой впадины, увеличивается по долларовому индексу. На дневном таймфрейме когда-то, я говорю когда-то, то есть то время, когда я начал проводить эти обзоры снова для компании Альпари, именно в конце июля текущего года, я поставил вот эти линии, рисующие нам в это время некий или потенциальный восходящий треугольник. Скорее всего, мы сейчас практически здесь попытаемся закрепиться на уровне предыдущей впадины. Соответственно, тренд на месячном таймфрейме
может потихонечку восстановиться после попыток прорыва, хотя прорыв действительно произошел, но мы не можем сказать, что тренд сломан, поэтому на дневном таймфрейме я сохранил этот тренд, на месячном таймфрейме по долларовому индексу я сохранил этот тренд. Я говорил, что я его уберу только в случае, если мы обновим вот эту впадину, чтобы практически правило восходящего тренда было сломано. Сейчас видно, что есть потенциал к восстановлению некому росту, хотя он не будет уже настолько ярким и сильным, как ранее. Но это как минимум предоставит возможность для отскока по американскому доллару. Переходим к паре евро-доллар. Что у нас есть? Тот же самый в известной степени перевернутый доллар вниз на 180 градусов. Видно, что от верхней части вот этого условного диапазона, который практически... То есть свечи, которые прикасались к этой приграничной зоне, потихонечку начинается некое замедление роста евро. Оно очень хорошо видно на weekly таймфрейме. Вот на самом деле, если свеча закроется в этом виде, она четко и ясно уже укажет на солидные предпосылки для замедления роста евро на тяжелом таймфрейме. Почему? Потому что здесь получится тело, которое поглотит вот это тело, вот этого доджа. И это поставит под сомнением весь вот этот уже продолжение вот этого тренда. На weekly time frame видно, что четко и ясно у нас уже формируются свечи, которые никак не могут подняться выше ключевого уровня, то есть выше синей линии. На дневном time frame это также заметно. И, конечно, знакомый нам график с 4-часовом time frame. Пока, уважаемые зрители, я сохраняю восходящий тренд на 4-часовом таймфрейме в паре евро-доллар. Хотя много раз мы уже обсуждали, что здесь покупать не стоит. Нет никакого сигнала на покупку в паре евро-доллар. Идет коррективное движение, которое вышло за пределы трендовой линии. И, соответственно, это очень серьезный сигнал, который указывает на потенциальное замедление роста евро. Чтобы я для себя сделал вывод и перечеркнул вот этот тренд, чтобы я перечеркнул на H4 тренд, желательно, чтобы пара евро-доллар обновила вот эту ключевую впадину. Поэтому давайте вот эту линию я сделаю крупнее, чтобы нам было ясно, что это очень важная впадина вот этого восходящего тренда. На данный момент, хотя коррекция идет, она не упустилась ниже этой впадины, поэтому тренд пока сохраняется восходящий, с большими сомнениями, с большим потенциалом уже к движению в бок. Поэтому на данный момент я не покупаю на 4-часовом таймфрейме, как и ранее мы когда здесь рассматривали график, но я и не продаю, потому что для меня все-таки остается восходящий тренд. Уже каждый для себя сам решает, у разных людей разные взгляды, разные торговые подходы. Я практически для себя выработал уже давным-давно много таких правил, принципов, которые я соблюдаю, то есть которых я не нарушаю. Соответственно, вот такова ситуация. На часовом таймфрейме мы вышли из этого диапазона, который мы обсуждали тогда. Мы не могли превысить стабильно вот эту впадину. Мы это видели на 30-минутном таймфрейме. Вот практически коррективное движение в этом диапазоне, которое закончилось. Пара пыталась обновить вот эту вершину. Первый раз до заседания Федрезерва резкое падение к нижней части диапазона. Второй раз. И поэтому мы еще тогда говорили, две вершины на одном и том же уровне, плюс здесь никак пара не может обновить вот этот центр вот этого диапазона, соответственно, сигналы на покупку в паре евро-доллар все время практически никак не появлялись. Сейчас мы хорошо видим, что на часовом таймфрейме идет нисходящий тренд, то есть он не очень стабильный, на самом деле, этот нисходящий тренд. Поэтому я здесь делаю всегда пунктиры, когда вот эти тренды находятся либо в зародыше, то есть в неком начальном стадии, или они находятся под большим сомнением. Поэтому я сейчас поменяю вот эти линии на пунктиры и хочу сказать, мы сейчас находились в нижней части или нижней части нисходящего тренда или прикасались к линии сопротивления. Поэтому отсюда продавать не стоит. Ну и покупать, конечно, в этом нисходящем тренде не стоит. Если кто-то собирается покупать
Это нужно отталкиваться уже от более тяжелого таймфрейма с надеждой, что здесь может восстановиться вот этот восходящий тренд, потому что впадина, если сформируется и не обновит эту, может указать на некий потенциальный такой прыжок на 4-часовом таймфрейме вверх. То есть она может попытаться, пара может попытаться на 4-часовом таймфрейме рано или поздно, если здесь не будет обновлена вот эта впадина, может попытаться протестировать вот эту вершину здесь, которая на уровне вот этой красной линии условно, то есть на уровне вот этого нижнего предела вот этого диапазона, в котором находилась пара евро-доллара на 4-часовом таймфрейме. И таким образом она может попытаться нарисовать некую либо там вершину, то есть голова с плечами, вот, например, левое плечо, голова, или двойная, тройная корона там по разным стандартам, потому что на мелких таймфреймах тут есть две головы или там три головы. И потом, чтобы снова пара пошла вниз, и чтобы здесь уже на 4-часовом таймфрейме сформировался, допустим, некий нисходящий тренд. То есть, чтобы уже не просто на часовом таймфрейме формировалось вот это движение, но и на более тяжелом таймфрейме. На данный момент я это просто условно показываю, поэтому я это все убираю. Давайте просто оставлю вот эту последнюю линию, что здесь чисто теоретически вот может разыграться ситуация, то есть развиться по вот такому сценарию на H4, на H4 лучше оставим вот эту линию. Но для меня нет никакого сигнала ни на покупку, ни на продажу. Просто наблюдаю за этой парой и все. Если у кого-то, конечно, есть вопросы, пишите, мы идем дальше. Соответственно, с этим графиком мы разобрались. Пара фунт-доллар, также знакомый график. Нисходящий тренд на месячном таймфрейме, медвежье поглощение, которое оказалось очень-очень сомнительным. Конечно, это фунт, это британский фунт, очень сложная валюта, очень волатильная. Для фунта 5 центов вверх или вниз является обычным движением иногда на протяжении там, недели или на протяжении 10 дней. Торговля по фунту, я ранее, когда проводил обучающие курсы, новичкам всегда говорил, если торгуете по фунту, и, допустим, если, допустим, по классической паре евро-доллар вы имеете стандартный объем ваших сделок в размере там 0,05 лота, то есть если это по правилам управления капиталом, которыми вы пользуетесь, у вас сделка должна отвечать полной, то есть потенциальная сделка должна иметь вот такой объем, по фунту, в 2-3 раза, то есть 0,02 или желательно 0,01 при том же самом практически депозите, при тем же самом, правилах управления капиталом. Почему? Потому что фунт очень волатилен. Фунт практически очень волатилен. Идем дальше. На weekly time frame фунт находится в восходящем тренде. Это четко и ясно видно. Идет коррективное движение. Оно хорошо заметно и на дневном таймфрейме. То есть здесь когда-то был диапазон в этой верхней части. Давайте мы его хорошо посмотрим на H1. Схожий диапазон на часовом таймфрейме есть и в паре евро-доллар. И сейчас, как и в паре евро-доллар на H1, мы вышли из этого диапазона, из этой паузы вниз. Та же самая динамика и у пары фунт-доллар в известной степени. Это из-за корреляции между европейскими валютами, между британским фунтом и между евро. Схожая ситуация, как и в паре евро-доллар, идет нисходящий тренд на H1 и M30. Тут такая же ситуация. Уважаемые зрители, я сегодня говорил, что мне кажется, что здесь, если этот тренд сохранится и не превысит вот эту вершину, он может восстановиться потихонечку вниз на M30. Но сегодня, когда я писал свой ежедневный обзор для сайта Alpari в разделе аналитика Forex, давайте я это покажу. То есть вы знаете, что я пишу для сайта обзоры по утрам с целью, чтобы мы все подготовились заранее. Нам так будет и намного проще проводить этот обзор, когда большинство из вас уже прочитали мое утреннее видение. И, конечно, я одну вещь хочу сказать. Вот практически этот тренд, который на M30 я показал в паре фунт-доллар. Вот при неком таком отскоке к трендовой линии, если не превысит вот эту ключевую вершину, если восстановится, это
Просто сценарий — это не прогноз. Я не говорю, что здесь цена точно восстановится. Если она не поднимется выше вот этой вершины и пойдет снова вниз, может быть, сформируется некий маленький сигнал на продажу, сомнительный. Я говорю сомнительный. Почему? Потому что, может быть, все-таки пара протестирует нижние пределы вот этого часового таймфрейма. То есть на часовом таймфрейме нижние пределы диапазона. То есть, может быть, пара попытается вернуться к этим пределам. И, соответственно, этот сигнал на М30 на 30-минутном таймфрейме может оказаться очень-очень сомнительным на продажу. Потому что здесь может практически произойти вот такое движение. Но даже если он произойдет, я здесь написал, что я не буду подключаться. Объяснил, почему. У меня есть сделки на покупку в паре доллар-франк, в паре доллар-иена, а также на продажу золота. Соответственно, очень большая ошибка, если вы торгуете параллельно по очень многим парам в одном и том же направлении. То есть везде отдаете предпочтение американскому доллару. Если я здесь открою где-то на этом маленьком таймфрейме сделку на продажу против фунта, вдруг если не будет сломан этот тренд, пока он сохраняется, хотя не в идеальном виде, окажется, что я купил доллары и против фунта, и против франка, и против иены, и против золота, и у меня все больше и больше укрупняется сделка в пользу доллара. Это большой риск, это неправильно, поэтому такая сделка не подходит к моему текущему портфелю. Надеюсь, это понятно. А здесь это очень сомнительно. Я объяснил, почему. Потому что на H1 мы можем вернуться к линии, к нижним пределам вот этого диапазона, как и в паре евро-доллар. Мы можем также вернуться именно к этой вершине или к нижним пределам вот этого диапазона. И тогда, конечно, с учетом того, что это все на мелких таймфреймах, кажется, что сделка закроется по стоп-лосс. Поэтому я полностью от этого воздерживаюсь. Это никак не соответствует моим позициям, которые я сейчас открыл. Доллар-франк. Потенциальный диапазон на месячном таймфрейме. Сделка со стоп-лоссом на уровне, давайте вспомним вину, 0.9390. Много раз я говорю, что эта сделка у меня открыта на очень долгий период. Почему? Потому что это месячный таймфрейм, это не там дневной, не четырехчасовой, не часовой таймфрейм. Соответственно, я пока ее сохраняю на сайте каждый день или приблизительно буду стараться каждый день это повторять. Если я сохраняю свою сделку, если я ее закрываю, сразу в комментариях появляется мое мнение. То есть вот вы видите, что, конечно, у меня в определенное время, когда нет доступа к нашему сайту, то есть это вне рабочее время, я всегда пытаюсь это озвучить в качестве комментария, либо во время последнего обзора, который я проводил в онлайне, либо в той же самой теме. Так что всегда можете найти мои изменения, даже если это не во время этих обзоров. Вот, например, вчера, помните, я здесь писал, где это? А, это вообще в сделках, сейчас мы это покажем. Когда я по золоту, например, там фиксировал часть своей сделки. Вот четко и ясно я это сказал вчера во время обзора, плюс этого я и написал. С целью я отпишу, потому что если кто-то копирует вот такие сделки, чтобы понимал, что мое мнение может поменяться, я могу в любое время даже и с убытком закрыть некую сделку вручную. Надеюсь, это понятно. Идем дальше. Соответственно, здесь пара доллар-франк. На сегодняшний день я сохраняю свою сделку. Стоп-лосс всегда должен быть. Мы не знаем, что произойдет на рынке. Вдруг на фоне некого непонятного события волатильность увеличится. Все может произойти. Соответственно, стоп-лосс по логике всегда должен быть. Здесь, если эта свеча за сентябрь зафиксируется как минимум выше уровня 0.9720, здесь произойдет хорошее бычье поглощение всех вот этих свечей, и это увеличивает сигнал о том, что может произойти реальный прорыв линии тренда на weekly, на дневном таймфрейме. То есть здесь идет нисходящий тренд. Красная линия у меня всегда нисходящий тренд, зеленая линия всегда у меня восходящий тренд. Красные прямоугольники — это всегда практически вершина, то есть максимум или указывающая на потенциальное падение. Зеленая — это бычье поглощение, или это мне показывает, что это может быть некая впадина. Тут уже три раза подряд на weekly происходят вот эти бычьи поглощения. Мы видим, что эта свеча
пытается закрепиться уже за пределами нисходящего тренда. Поэтому здесь сейчас на дневном таймфрейме я поставил вот этот пунктир, что рано или поздно при возвращении доверия к американскому доллару спрос на активы убежища франк, золото, иена будет уменьшаться. Доллар против этих активов по логике должен начать расти. Поэтому здесь может сформироваться вот такой восходящий тренд, в котором я собираюсь торговать. Соответственно, это я много раз озвучивал. Сейчас очень важно, что будет происходить вот в этом секторе. Почему? Давайте мы его вот таким образом на дневном таймфрейме осветим. Так, одну секундочку, чтобы нам было ясно, что сейчас это очень важно. Вот yellow, более такой яркий цвет, это на дневном таймфрейме. Почему? Потому что сейчас будет ясно, произойдет ли прорыв в ближайшее время на дневном таймфрейме трендовой линии нисходящего тренда, которая хорошо видна на weekly и на дневном таймфрейме. Чем стабильнее мы сохранимся выше вот этой линии, тем я надежнее себя буду чувствовать при сохранении сделки на покупку. Хорошо, идем дальше. На H4 тот же самый практически тренд. Соответственно, сейчас отталкиваемся от потенциала к такому тренду. На самом деле, у меня здесь пунктиры, то есть это все условно, это не существует. Такого тренда, исходя из графика, нет. Тут есть одна впадина, это впадина на том же самом уровне, то есть я говорил, что это может оказаться просто шумом, но все равно эта впадина, она не выше этой. Плюс здесь нет никаких вершин, которая указывает на этот тренд. Поэтому, уважаемые зрители, это сделка с достаточно высоким риском. И, соответственно, я отталкиваюсь от месячного таймфрейма, то есть от диапазонной торговли. Идем дальше. Доллар-иена. Условный диапазон, который у нас есть. Центр на уровне. Мы когда-то его переделали, чтобы уже все было четко и ясно. 111.50. Вспоминаем, что верхний уровень находится на 121.50, нижний уровень на 101.50, середина 101.50. На самом деле эти уровни все очень важны, потому что если мы просто проведем те же самые уровни и на более-более длительном таком графике, давайте хочу это сейчас показать, 101.50. И, соответственно, 121.50, вы увидите, что эти уровни 101.50 и ранее работали в качестве поддержки, как и 121.50 и ранее работали в качестве сопротивления. То есть это очень схожая ситуация, поэтому я нарисовал вот этот потенциальный диапазон, исходя из определенных уровней здесь. Здесь очень много важных событий. Программа количественного смягчения в Японии, которая началась в конце 90-х. На самом деле, хочу сказать, в США и в других странах никогда не было программ количественного смягчения. Программа количественного смягчения, я это объяснял еще в 2013 году, была в Японии в конце 90-х годов. Оттуда появилось это имя. В США программа называлась Large Scale Asset Purchase Program, то есть программа по крупному выкупу активов. Также называется и программа в Европе Asset Purchases Program, то есть программа выкупа активов. Количественное смягчение – это некий сленг, который практически которым пользуются трейдеры, СМИ, но никакой центральный банк ни в США, ни в Европе никогда не пишет количественное смягчение. Но я это сказал. Почему? Потому что именно здесь было вот это количественное смягчение в Японии, и там сформировались определенные уровни, которые сейчас являются ключевыми. То есть рынок очень хорошо помнит вот эти уровни. Тут, если начнем об этом говорить, я могу часами рассказывать. История японской иены и графика за последние, с 95-6 года у меня полностью дома расписаны, чтобы я это не забывал. И не только японская иена, то есть тут можно говорить часами, но давайте мы сейчас не будем отвлекаться от нашей потенциальной торговли. Пара доллар-иена, потенциальный диапазон между уровнями по Fibonacci 38.61, на котором мы практически также поставили уровни Fibonacci на дневном таймфрейме, отталкиваемся от потенциальной впадины здесь, чтобы практически заработать на покупку в направлении вверх к этим двум вершинам. Соответственно, я сохраняю свою сделку, это указано, это четко и ясно указано в моих обзорах, что я сохраняю свою сделку на покупку пары доллар-иена.
Секундочку, то есть если я здесь что-то поменяю, также сразу практически пищу. Не забываем, что вчера я закрывал часть своей сделки по паре доллар-иена, это было прокомментировано и во время нашего обзора. Даже если кто-то вчера закрывал после того, как я это комментировал, оказывается, что все время потом была очень хорошая возможность. Но здесь написано, я сохраняю свою сделку на покупку в паре доллар-иена. Если я поменяю свое видение по этой сделке, сразу либо здесь это будет озвучено, как я вчера сделал, либо, конечно, во время наших обзоров и так далее я обновлю свое видение. Сейчас у меня стоп-лосс на H1. На том таймфрейме, на часовом, на котором практически открыта эта сделка, сохраняется на уровне, давайте мы его вспомним, 110.50 стоп-лосс. И, конечно, мы отталкиваемся от этого восходящего тренда. Хотя пара совсем недавно на фоне волатильности, когда шла новость о вот этих, точнее, фейковые новости о Северной Корее, все вот эти фейковые новости, которые мешают нам качественно торговать, пара вышла за пределы восходящего тренда на H1, но пока он еще сохраняется. H1 тренд вверх сохраняется. Поэтому я сохраняю свою сделку. Помните, вчера вот здесь мы фиксировали. Я сказал, что я зафиксировал на 112.90 там где-то свою половину позиции. Половина позиции на покупку оставлена. Take profit. Также я его здесь указал, потому что я потом его проверял в платформе, 113.89. Ольга писала вчера в чате, что у него приблизительно на 114, и мы вчера обсуждали, что у нас идет практически здесь консенсус. Почему 114, грубо говоря? Потому что это те же предыдущие вершины, вот они на уровне приблизительно 114. Конечно, я чуть ниже поставил свой take profit, потому что большинство трейдеров, которые здесь покупали, они будут вблизи этих вершин закрывать свои длинные позиции. Могут произойти периодические откаты. Я попытаюсь заранее, практически даже если необходимо, до 113.80, если дойдет, вручную буду закрывать свою сделку. Учитываем, что это H1, это практически маленький таймфрейм. Тут нужно быть очень гибкими, приспосабливаться к переменам, часто менять свою позицию. Я с целью не добавил тот тренд, который у меня сейчас дома есть. Хочу сказать, что если мы проведем сейчас другие линии на H1 через вот эти впадины, может оказаться, что просто тренд сохраняется, но угол может поменяться немножко. То есть пока еще не ясно, какой практически вид будет иметь вот этот восходящий тренд. Но он может вот так сформироваться. Допустим, имейте в виду, то здесь может расшириться волатильность. Поэтому будьте начеку. Почему? Потому что в Японии идет хорошая статистика, хотя иена является тихой гаванью, она может не так сильно практически падать, как, например, франк и золото. Поэтому я здесь отношусь более так со скепсисом к этому восходящему тренду, и поэтому я не добавлял здесь вторую часть сделки и так далее. Все-таки у меня частично эта позиция открыта. Доллар, канадский доллар. Вспоминаем все наши обсуждения, что последнее время кардинально поменялась последняя сентябрьская свеча. Очень хороший додж может сформироваться. Почему говорю может сформироваться? Потому что осталось еще тут чуть меньше двух дней до окончания этого месяца. И мы не можем на сегодняшний день сказать, что здесь будет вот этот, ну это даже не додж, это может быть некий молот, очень маленькое тело или повешенный с большой нижней тенью. То есть это по логике хорошая разворотная свеча. Соответственно, пара доллар, канадский доллар может вернуться в этот потенциальный диапазон. То есть начинается копирование приблизительно динамики в долларовом индексе, формирование впадины на предыдущие впадины, то есть на уровне предыдущей впадины, вот она практически предыдущая впадина, на weekly time frame она хорошо видна, то есть и пара доллар, канадский доллар потихонечку начинает возвращаться. При росте этой пары рано или поздно мы можем подняться к центру, к 1.30. Почему я оставил этот уровень? Конечно, и по канадскому доллару здесь могу говорить часами. Очень много интересных событий. Тут практически были периоды запуска количественного смещения в США, цикл повышения ставок в Канаде. То есть все вот эти вершины, они не совсем случайны. Здесь начало промежуточного периода между предыдущими двумя циклами.
между предыдущими кризисами. Хорошо, сейчас детально это не буду обсуждать. Для нас важно, что доллар канадец рано или поздно также может стать интересной с целью покупок, с целью возвращения к середине потенциального диапазона. На данный момент я просто начинаю более детально наблюдать за этой валютной парой. Пока еще не открываю никакие позиции. На дневном таймфрейме мы пытаемся выйти за пределы нисходящего тренда. Он очень хорошо виден на 4-часовом таймфрейме. Вот после вчерашнего выступления Стивена Полза первые попытки, чтобы пробить линию тренда. Все-таки это не является, на мой взгляд, никаким сигналом. Тренд все-таки сохраняется нисходящим, поэтому речь о покупках вот этой валютной паре не может идти, на мой взгляд, в настоящее время. На более мелких таймфреймах продолжается контрдвижение, то есть идет восходящий тренд. На самом деле в этом восходящем тренде я также не торгую, как и в паре фунт-доллар, потому что торговать по всем парам, практически одновременно иметь одну и ту же сделку на покупку американских долларов не стоит. Соответственно, я буду наблюдать за этой парой при возникновении потенциальных сделок, которые я собираюсь открывать или рассматриваю. Это будет озвучено либо во время наших обзоров, либо я буду писать для сайта. Австралийский доллар находится в верхней части диапазона, как и новозеландский доллар. Так, я здесь немножечко уберу рано или поздно все вот эти лишние линии. Здесь и мой интерес к продажам также может увеличиться. На дневном таймфрейме, секундочку, давайте мы сразу, на дневном таймфрейме все-таки идет вот этот восходящий тренд. На более мелких таймфреймах идут первые попытки формирования нисходящих трендов. Мы практически это будем обсуждать. Очень схожая ситуация и по новозеландскому доллару. В дополнение, уважаемые зрители, по новозеландскому доллару хочу сказать, помните вот это бычье поглощение, которое сформировалось в верхней части потенциального диапазона. Все это мы детально, долго обсуждали. Интерес у меня к открытиям сделок на продажу в паре новозеландский доллар-доллар увеличивается. Почему? Потому что я сказал, что уходит Грэм Уиллер, большой специалист Резервного банка Новой Зеландии. Также политическая неясность в Новой Зеландии после выборов сохраняется, то есть неяснота. В дополнение может оказаться, что новозеландская экономика прошла через свой пик по экономическому росту и начнется замедление. И тогда может оказаться, что на месячном таймфрейме вот эта последняя свеча, которая сформировалась, она резко поменяла свой характер, тестировала верхние пределы бычьего поглощения, сейчас начинает идти вниз. Соответственно, на более мелких таймфреймах, давайте мы сразу перейдем к дневному таймфрейму, мне кажется, что может сформироваться некое вот такое движение вниз между красными линиями. То есть даже я для себя его дома практически очень хорошо нарисовал и показывалось, и мне оно показывало, что вчера на уровне 72, а также и сегодня на уровне 72, мы находимся в неком потенциальном практически вблизи центра, вот на 72, вот этого диапазона. Соответственно, на более мелких таймфреймах может оказаться, что этот потенциальный тренд, который был восходящий на H4 и на H1, они уже закончились. Пара сделала прорыв трендовой линии. Конечно, находится в нижней части белых вот этих ключевых диапазонов. Но мне кажется, что потенциал к снижению к трендовой линии увеличивается. Я ранее говорил, что на мой взгляд все-таки новозеландский доллар перекуплен остается. Давайте мы посмотрим эти обзоры и потихонечку заканчиваем. То есть я просто помню, что совсем недавно говорил о новозеландском долларе, писал технический анализ. Сейчас мы его найдем, потому что у меня еще с конца июля, то есть с того момента, как я провожу для компании Alpari эти обзоры, сложилось видение, что в паре новозеландский доллар-доллар может сформироваться вершина верхней части вот этого диапазона. То есть мы это много раз говорили. Поэтому я продолжаю считать на данный момент вот то, что писал 25 сентября, хотя это иногда очень часто повторяю. Может быть, это кому-то уже надоело, но вы сами понимаете, много новых участников, которые подключаются, им нужна вот эта информация, чтобы меня понимали. Я продолжаю считать, что вот этот предел 0.6970, 0.7020 является очень
фундаментально оправданным для пары новозеландский доллар-доллар. Соответственно, в этой верхней части, когда мы находимся, мы можем пойти вниз. И на мой взгляд, вполне возможно, что сейчас это произойдет до конца текущего года, если действительно окажется, что у новозеландской экономики начинается некий перегрев. Будем следить за данными. Будем следить за данными. Если я для себя что-то замечу, это будет озвучено. На сегодняшний день у меня нет сделки по новозеландцу. Вчера, конечно, я после заседания Резервного банка Новой Зеландии открывал краткосрочную сделку на 30-минутном таймфрейме. Как и ранее я вам сказал, что в таких случаях я просто сразу в комментариях пишу последнего обзора. Вот вчера практически 16 часов назад. Ну, скоро будет 16.30 или 17, то есть 23.10, 23.15 по московскому времени. Я вчера написал, только что открыл маленькую сделку на продажу от 0.72 с тейк-профитом 71.67, то есть мои 30 пипсов. Почему 30 пипсов? Потому что это все на 30-минутном таймфрейме, на часовом таймфрейме, то есть здесь очень маленькие движения. И почему 71.70, грубо говоря, потому что это нижние пределы вот этих белых диапазонов. Вот они практически, это нижние пределы. И вы сами вспоминаете, что ранее я говорил, что есть потенциал вот такой условно-диапазонной торговли. В верхней части, где вот этот диапазончик, рассматривать возможность на продажу. Если пара снижается к этому нижнему диапазону белому, там фиксируем прибыль. Вот поэтому вчера мы находились в верхней части нижней части и в нижней части вот этого нижнего диапазона. Я зафиксировал свою прибыль. На самом деле она зафиксировалась по тейк-профиту. Мне очень сильно повезло на самом деле, что сегодня во время вот этих свечей действительно цена упустилась до желаемого уровня 71.67, который я написал. То есть мне очень сильно повезло в этом случае. Почему? Потому что сейчас происходит откат. Хотя бы даже если я не закрылся, это была бы безубыточная сделка. Хорошо, здесь также все ясно. Если я буду открывать на более тяжелый таймфрейм сделку на продажу, это будет написано. Мы это будем обсуждать. Последний инструмент – золото. Золото практически продолжает свой знакомый нам график. На H4 практически тренд сломан, который у нас был. Здесь практически золото на H1 продолжает свое движение вниз. Нисходящий тренд сохраняется. И хочу сказать, уважаемые зрители, чтобы закончить наш обзор, я сегодня утром написал свое видение по золоту. Видите, что в последнее время у меня активно идет обсуждение по золоту. Вот он, нисходящий тренд. Еще раз хочу сказать, вчера я вам говорил, что на уровне 1289.10 в преддверии публикации ключевой статистики по заказам на товары длительного пользования закрыл половину своей сделки на продажу, хотя take profit был на уровне 1285. Конечно, да, цена, мы увидели, что потом пошла вниз. Конечно, теоретически можно было бы больше заработать, но важнее, чтобы оберечь себя от рисков, иногда лучше не потерять, чем заработать. Я свою сделку, конечно, уменьшил на 50%. Но вы помните, я сказал и писал, что меняю take profit от 1285 до 1276. То есть, потому что я половину закрыл, по открытой половине просто сдвигаю take profit до вблизи трендовой линии. На самом деле, сегодня утром я поменял свой стоп take profit от уровня 1276 на 1254. Вот это четко и ясно написано. Я это даже вчера писал, что над этим размышлял. Почему? Потому что мне кажется, что стоит перенести сделку на тяжелый таймфрейм. То есть, если здесь шла торговля на часовом таймфрейме, я просто перевожу вот эту сделку на дневной таймфрейм. И буду исходить из вот этого диапазона, в котором золото торговалось до выхода из вот этой двойной вершины. Все это у меня было рано утром написано, потому что может оказаться, что американская экономика восстанавливается, спрос к доллару увеличится потихонечку, золото может снова попытаться войти в этот рыночный шум, но потом может снова вернуться спокойно в этот диапазон. Соответственно, я просто рискну, у меня маленькая сделка она. Почему? Потому что, во-первых, когда мы здесь открывали на продажу сделки, помните, что я побоялся после второй вершины добавить вторую часть сделки. И, соответственно, я просто здесь открыл половину сделки, здесь половину
желаемую я не добавлял. И, конечно, здесь практически половины вот этой половины сделки я закрывал и оставляется. Оказывается, что у меня всего лишь четверть желаемой сделки на продажу, которую я когда-то обсуждал. Все это практически на нашем сайте. Поэтому я рискну, сдвинул свой take profit ниже. Если мне повезет, может оказаться, что золото начинает возвращаться в этот диапазон, и середина находится вблизи 1254 долларов за тройскую унцию, именно где-то там мой take profit. У меня на этом все. Жду ваших конкретных вопросов, пожеланий. Пишите в чате. Если есть пожелания, пишите в чате. Еще раз хочу сказать, что в разделе «Аналитика Форекс» часто пишу обзоры, торговые идеи, если можно их так назвать. Лучше сначала их читать, потом сами увидите, что во время обзоров в онлайне, которые я провожу, намного проще будет понимать мое видение, потому что это очень исчерпательная информация. И вы сами понимаете, что на протяжении одного часа, хотя не у каждого есть возможность каждый день там один час подключаться, смотреть, я это понимаю, желательно, чтобы эти обзоры длились 20-30 минут, но вы сами понимаете, столько много событий, столько много графиков, столько много валютных пар, инструментов, разные таймфреймы, разные сделки, разные стоп-лоссы, разные сценарии, все это обсудить в течение 20 минут не получается. Я даже заметил, что хотя не так сильно иногда углубляюсь, все равно меньше часа никак не получается во время наших обзоров, то есть сжать наш обзор. Поэтому читайте эти обзоры, если, конечно, вам это интересно. Вижу, что никаких вопросов нет. Тогда всем огромное спасибо, хорошего дня и, конечно, до завтра. Завтра снова в 15:00 по московскому времени проводим этот обзор. Всем удачи, много профита. И с вами был, как всегда, Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Всем хорошего вечера.